Несмотря ни на завершенный ремонт, «Кванториум» уже начал работу. Пока «Кванты» проводят занятия на площадях ДТК. Но это временная мера, и учителя, и ученики хотят поскорее обжить новый корпус. Сейчас у нас уже прошло где-то 3-4 занятия у каждого направления, то есть немножко по-разному идет. Ребята только набираются, но довольно-таки много детей уже записалось. Ребята, можно сказать, сильно оборудование пока не видели, это для них будет большой сюрприз, какое оборудование здесь будет стоять в «Кванториуме». Ждем, пока все-таки закончится ремонт и полностью откроемся. В данный момент практически полностью готовы фасады фойе детского технопарка. Работы в основном корпусе, по словам кураторов проекта, не останавливаются ни на минуту. Строители обещают, что до конца сентября установят все окна и начнут внутреннюю отделку помещений. После завершения этих работ фактически останется расставить мебель и оборудование. Кстати, записаться в «Кванториум» еще можно, но уже не на все направления. Сейчас у нас записано 360 человек. Норма приема у нас 400. До 30 сентября мы еще продолжаем набор детей. Но на некоторые «Кванты» уже нет свободных мест. Это IT и робототехника. Напомним, строительство детского технопарка в Димитровграде осуществляется в рамках программы «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования, инициированная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Общая стоимость работ по созданию «Кванториума» – более 120 миллионов рублей. Более 70 миллионов – федеральные деньги, направленные на приобретение оборудования. Еще 50 миллионов – региональные средства. На них и проводятся ремонтные работы. В следующем году из бюджета Ульяновской области планируется выделение еще 50 миллионов рублей.